Так, ну, собственно, первый вход на ПТС. Прям сразу же сходу. Поехали по порядку. АК-12 золотой дракон. Это вот, по-моему, знаете что? По-моему, как будто бы драконоборец, только в других цветах. Тут похожее есть. Ладно, скинчики, ну, в целом, пойдет. Давайте Сакуру сразу рассмотрим. Карточки Апачи. О, то есть у нас будут пушки Апачи в этом, что ли? Нифига себе. И опять гибрид нам сюда пихают. Ну, за шо, админы? Как он выглядит у нас? Ну, пойдет, в целом. В целом прикольно, ладно. Так, а Сакура? О, вот эти вот скины куда клевее выглядят, чем золотой дракон. Это опять же лично мое мнение, оно может не совпадать с вашим, но это прикольно, мне это нравится. Что у нас дальше? Золотой дракон топор. Ну, выглядит так себе. R8. Ну, тут подки и перчатки нормально. О, вот здесь, кстати, Апачи поинтереснее выглядит, смотрите-ка. То есть на FMBR-то он выглядит по-другому совсем, потому что у него вот эта вот башка... Вот это, она на прикладе. А тут она выглядит прям, ну, довольно-таки сексуально. О, во, вот что нужно. О, ля, ну слушайте, я походу переобуваюсь. В игре смотрится довольно-таки неплохо. Опять же, это мое мнение, я его могу менять, могу не менять, но в плане скинов я вот поменял. Тебя инженер... Посмотрите, просто на твоего инженера, ну посмотрите, давайте сюда. Вот это я инженер. Так, штурмовик. Ну, штурмовик клевый. Ладно, на инженера скин так себе. О, дым. Он должен обладать каким-то свойством. Не будут же просто так добавлять дым, который ужасен. О, ну не, ну прикольно. Прикольно. Такие вещи я одобряю. Если бы он еще ослепляющим свойством владел, это был бы имбовый дым. Что у нас далее? Слушайте, ну выглядит довольно футуристично. Вход зум быстрый очень. Ой, отдача-то какая неприятная. О, ну слушай, ну блин, ну ствол-то довольно-таки клевый. Выглядит он прикольно. Прям очень прикольно. Так, а медик что у нас? А медик у нас с корабультуком. Так. Ну, звучок прикольный. На внешний вид тоже приятный. По поводу пушек ничего сейчас говорить не буду, потому что, ну, это не будет как минимум объективно. Вот, я их пощупаю, поиграю с ними на мясорубке, на РМах, и уже потом, когда видос буду записывать, уже про пушку непосредственно, расскажу, что да как, чего она стоит и подобное. То же самое я сделаю и с пушкой инженера. Потому что сейчас, ну, могу я максимум сказать, звук прикольный, внешность необычная для Warface, думаю, прикольно все это будет в целом. Это максимум, что я могу сейчас вам сказать. А уже более подробные видосы будут совсем скоро на канале. Завтра, послезавтра, так что ставь колокольчик, чтобы не пропустить. Но сейчас-то мы что, добавили самураев? А это означает, следовательно, что? Правильно, мы берем катану, берем причем Сакура. Это же самурай. Кольт питон Сакура берем? Нет, кольт питон не берем, ты что? Где там стелс-то будет? Самураи же по стелсу херачат. Правильно? Ниндзя! Ну, глок. Ну, давай глок, фигли. Выбора-то и нету. Так, а ближний бой Сакур я выбрал. Гранаты мы поставили. Так, ага. И берем новый ствол. Вот. И, собственно, сейчас пойдем по стелсу понагибаем немножечко. Так, а по поводу пушки я уже все сказал. Давай, устраивайся поудобнее и приятного тебе просмотра. И, кстати, да, пару слов для новичков. В описании есть ссылочка, по которой вы можете пройти и получить крутые пушки. Ну и будете стартовать не с голой жопой. Как сейчас это делают большинство. Ну, а сейчас мы чем займемся? Сейчас мы будем перевоплощаться в настоящих самураев. Сделаем это прям все по стелсу, ну а по красоте, возьмем катанку там, кому-нибудь пырнем, возьмем новую инжовскую пушку с глушаками, ну и станем ниндзя! Давай, устраивайся подобнее и приятного тебе просмотра. О, я так понимаю, вот так вот видно у нас теперь скобочки, то есть пропер и шишечка в пати. И почему-то здесь на ПТС еще РМ с захватом, я так понимаю, и еще плюс, значит, с блицом. Вполне логично, потому что в тот момент, когда это было все в таком виде. Но сейчас мы играем как ниндзя! Так, надо сейчас написать, вот, все, поехали. Как ниндзя сейчас играть буду. Опа, меня спалили, вас рассекли. Как настоящий пацан. Так, а где есть люди? Ага, есть. Стелс шумовая! А его тут нет. Как самурай. Чё? Ничего себе, он нереальный этот пропер. Прыгает в разные стороны. Но я думал, сейчас я его пырну, но что-то пошло не так. Значит, на этой карте близко не подкрасться. Только если когда за защиту буду играть. Значит, я буду сейчас играть по стелсику. Кстати, скины довольно клево выглядят. Я даже удивлен был. Они довольно красочные. То есть я думал, они такие черно-белые практически будут. Не насыщенные. А тут прям довольно красиво все. Гусь. Куда тебя? Спалим. Да, давай. Наш печень никто не вечен. Нет, это меня самурай хреновый, судя по всему. Спокойствие, Сакура кругом. Слышно только, как лепестки падают. На! Следующий. Хоп. Перезарядочка. Наверху бегает. Смотри, сейчас нашего убьют. Хопа.
Опа, побежал, чувак. Давай, спускайся. Друг, спускайся. И ниндзя, давай. Ну ты выбесил меня, короче. Вот так эти вопросы решают самураи настоящие. Слушайте, не, ну карта так себе. Я хочу сейчас подсадиться, там кинуть мой тактический дымок и дождаться свою добычу. О, нет, скину вообще клевую. Смотри, ля-ля-ля. Ля, какой ферзь. Тупо злой, разъяренный. Испарился в местности. Что-то пошло не так. Потерял, так сказать, хватку. Потерял навыки. Сейчас будем реабилитироваться. Кстати, меня сейчас осенило только что. А почему это нет элитных версий скинов самурая? Почему есть горгоны, причем обычные и элитные, и есть только самурая, только элитные сразу, что ли, или что? Как это работает? Несправедливо. А почему у самурайских скинов 50% стамины, а у женских 60%? А? Несправедливо. И что, мне весь клан будет опять говорить: а, да пошел ты нахрен, они дают больше стамины, почему я должен тайминги терять и так далее в блэк-усетах тех же самых. А? Потом люди говорят: о, трансухи, трансухи. Ну какие админы сами так делают, типа, чтобы бобы скины юзали люди. Это ж не нормально, я считаю. Не? Как думаете? Не, ну согласитесь, что я за самурай, который не зарежет ни одного противника? Не нашинкует просто на колбаске. Что я за самурай такой буду тогда? Так себе, правильно? Я не видел, потому что я самурай на себе. Что это было? Кстати, космос сейчас меня с чего стрелял? Я не могу теперь отличить звук килтека и звук дробовика нового. Самурай всегда должен быть на чеку. Из тебя хреновый самурай. Пошли. Да, согласен. No. А? Миссия выполнена. А, ниндзя! И что, никого на подсаде нет, если сказать? Нет никого. Вон они, вон они, вон они, вон они. Да иди ты в очко, хватит меня стрелять. Отстань. Не хочу с тобой драться, потому что там сейчас твои дружки пришли. На, не по-ниндзевски, но и похрен. Настоящий самурай должен выиграть схватку, я считаю. Поэтому я попробую пойду забиться с чуваком на этих. Он мне тоже леща поставил. Ну, тоже, смотри, ля-ля-ля, пародирует. Верните коды запуска на базу. Не понял сейчас. В смысле он забрал коды запуска? Пошли драться на ножах. Раунд выигран. Видимо, в другой раз, да? Сейчас я хочу кого-нибудь пырнуть. Вот честно, я просто раунд хочу кого-нибудь пырнуть. Потому что это в запись не попадет. А может попадет, не знаю. Я хочу зарезать все равно. Ниндзя! На! 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 Вот это настоящий самурай, понимаете? Вот это и есть наш стиль сакуры. Настоящий. Познал дзынь-дзунь, сунь-вы-сунь. Ой, это, наверное, жена сейчас думает, вот долбай. Сидит опять свои видосы записывает. Ну и ладно, зато вот он контент, понимаете? Вот он, вот они эмоции. Хотя нет, настоящий самурай должен всегда сохранять спокойствие. Абсолютно всегда. Невзирая ни на что. Должен быть готов к схватке. К схватке с дьяволом. Надо мной есть человек. Я думал, он его спрыгнет и пойдет резать. Это же друг его. Шишка, иди резай. Я знаю, ты там. Не хочет резать. Хорошо. Я, значит, защекотаю тебя настоящим драконом. Друг, хватит там бегать. Друг. О. На. Лепестками рос ему просто в лицо. А нет, лепестками сакуры. Сейчас будем играть как агрессивный самурай. Просто лететь и сносить все на своем пути. Как они тренируются на этих, как они вам бамбук режут. Вот так же я сейчас буду резать своих врагов. Ой, слушайте, а я его сейчас за секунду так снес, это нормально? Я ему в голову, видимо, одну пулю попал. Давай, резай настоящего истинного самурая. Невзирая ни на что, готов принести победу своему племени. Ладно. Да. Потому что шишечка не контрится. Это же шишечка. Кстати, идеально тоже под этот вот скин самурая, когда ты за атаку, за блэк вот играешь, у тебя вот этот не надо не золотой дракон, а драконоборец. Вот, он идеально вписываться будет. Красные узорчики на костюме и красные узорчики на оружие придают плюс 300 к урону оружия. Вот так вот. И плюс 500 к интеллекту. Вот смотрите. Чтобы вот этот мув сделать, мне интеллект не нужен. Это был мой. Ну ладно. Ну, вот так вот работают настоящие самураи. Считаю, что весьма продуктивно. И мой, кстати, глазастик на первом месте. Да, вот. Как считаешь? Нормально получилось? М? Если нормально, то лайкосик себе. Ну, ты сам сказал, да. Я что, я виноват? Не виноват. Все, пока.